Друзья, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья. Буквально только что получила посылочку с интернет-магазина «Мир вышивки». Курьер доставил. И сейчас мы перейдем с вами к столу. Будем все распаковывать, смотреть. Много интересной пряжи, много новой для меня. Буду вам все показывать и рассказывать. Ну и сразу буду говорить, допустим, если какая-то пряжа у меня конкретно пришла на определенные мастер-классы, чтобы вы знали именно вот что я планирую с этой пряжей вязать. Давайте перейдем к столу и будем все смотреть. Девочки, сразу хочу сказать, пряжа будет разная, и летняя, и такие более теплые составы, и летние немного я заказала, в основном более теплые такие составы. Но сейчас вам все это покажу. Меня часто спрашивают, где я приобретаю пряжу, я несколько мест обычно называю, но теперь, конечно, я с уверенностью могу давать ссылку на интернет-магазин «Мир вышивки», поскольку я осталась очень довольна этим магазином. Для вязания огромный выбор пряжи по производителям, по позициям, да, у каждого производителя. Спицы, крючки, в общем, все что угодно. И товары для разных видов хобби, то есть неважно, там вы вышиваете, плетете, либо еще что-то, можно все это у них найти. Очень большой выбор, что не может не радовать, конечно, в одном месте, да. Внизу под видео я оставлю вам промокод на первую покупку 10%. То есть вводите промокод, и вам будет скидочка 10% на покупочку. Если вы уже приобретали товар в этом интернет-магазине, можете оформить на кого-то из родственников, там на подружек, допустим, и воспользоваться этой скидкой. Также внизу под видео оставлю ссылку на сам интернет-магазин. Внизу в инфобоксе нажимаете еще, и вам откроются вот эти вот все ссылочки. Как вы уже знаете, многие из вас знают, я также увлекаюсь еще и вышивкой, и мне здесь сразу вам хочу показать, были два таких буклетика, очень классные, интересные, у них огромный выбор наборов для вышивания. Я вот здесь полистала, посмотрела. Девчонки, просто обалденные все картины и большущий выбор. Я думаю, тут на любой вкус для вышивальщиц можно выбрать себе какую-то картину вышивать. Я обязательно это все посмотрю, возможно, что-то себе закажу. Вот второй буклетик, смотрите, какая красота. И детские есть варианты, и более такие классические какие-то. Ну, в общем, на любой вкус. Абсолютно. Я люблю картины вот на черной канве. Такие строгие мне очень нравятся. Ну, просто классно. Девчонки, здорово. Обязательно зайдите, посмотрите. Так, и положили они мне еще две визиточки. «Мир вышивки». Интернет-магазин товаров для рукоделия. Вот такие вот визиточки еще теперь у меня есть. Так, девочки, сейчас лето, и у них просто огромные скидки, большие. Я смотрела примерно вот какие-то позиции, которые мне понравились. И ну, довольно ощутимая разница с той ценой, которая была. То есть большие скидки на пряжу вот для вязальщиц. Также я думаю, что на любые другие виды рукоделия тоже скидки есть, но просто не пробежалась, не посмотрела, смотрела именно по пряже то, что меня сейчас интересует. Поэтому самое время закупиться так же, как я, пряжей впрок. Я стараюсь летом приобретать пряжу для предстоящего сезона, поскольку в сезон и цены выше, и оттенков, как правило, не бывает. У них большая цветовая палитра, допустим, вот я смотрела Alize Lana Gold Fine, очень большой выбор цветов представлен, и сразу можно будет посмотреть, сколько моточков есть в наличии, очень удобно. Также мне понравилась у них поисковиковая система. Допустим, бывает, заходишь на какой-то сайт в интернет-магазин, ну и просто не можешь найти то, что тебе нужно. Очень неудобно. Здесь с этим проблем нет. На сайте есть поиск. Набираете, допустим, вводите производителя, либо вид пряжи.
либо там еще что-то, и вам сразу выйдет перечень того, что есть сейчас у них представлено в интернет-магазине. Поэтому, девочки, обязательно зайдите, посмотрите, и не забывайте воспользоваться промокодом со скидкой. Так, ладно, теперь давайте перейдем уже непосредственно к пряже и будем разбирать то, что мне пришло. И давайте начнем сразу вот с этой пряжи. Пряжа всем знакомая, я думаю, Alize Lana Gold Fine. Я ни разу, девочки, с ней не работала. Я обычно вязала из Lana Gold Classic. Она, ну, практически такая же, даже вот по ощущениям, только она потолще. Это потоньше, решила попробовать. 51% акрил, 49% шерсть. Номер цвета 203, в 100 граммах 390 метров. Спицы рекомендую 2,5-4, крючок от 2 до 4. Очень красивый цвет. По-моему, он джинс назывался, если я не ошибаюсь, на сайте. Богатый такой, модный сейчас цвет, мне кажется. Решила заказать. Что вязать буду, пока, девчонки, не знаю, не придумала. Но к сезону обязательно что-то я придумаю, и какой-то это будет, скорее всего, мастер-класс. Возможно, что-то сыну свяжу, либо даже мужу. Но насчет мужа я сомневаюсь, поскольку я ему крайне редко вяжу. Может быть, что-то сыну буду вязать. Кто не знает, вот, допустим, по ниточке, давайте вам сейчас расскажу. Здесь идет очень хорошая скруточка, и довольно легко она вяжется. Если... Допустим, она такая же, как Alize Lana Gold Classic по своим качествам, то я думаю, что должно получиться обалденное изделие, поскольку из Classic я вяжу уже очень много лет. И, ну, изделие мне очень нравится. Я и на заказ вяжу, и своим родным из Classic что-то вяжу. Поэтому я думаю, что Fine мне тоже понравится, поскольку, ну, практически все то же самое, тот же состав. Единственное, что потоньше она, да, идет ниточка. Что-то придумаю, что-то будем с вами обязательно вязать. Заказала 5 моточков, то есть у меня ее 500 грамм на полноценное какое-то большое изделие. Там, если ребенку, то на 2, на 3 хватит с головой. Так, значит, пусть она тут пока лежит. Следующую пряжу разберем. Давайте я сразу тут открыла, уже по моточку каждый достану. Так, немножко, девочки, пошебуршусь. Тоже всем вам, конечно же, знакомая, знаменитая пряжа Газал Бэби Катон. В 50 граммах 165 метров. Здесь у нас 40% акрил, 60% хлопок. И номер цвета. Я хотела заказать белый и малиновый. Но белого не было, поскольку сезон, понятно, что разбирают. Взяла молочный, цвет тоже очень красивый, 34-37 молочный, а малиновый 34-15, малина называется. Так, по спицам, да, давайте сразу вам скажу. Спицы от 3 до 4, крючок от 2 до 3. Угу. Заказала по упаковочке, то есть по 10 моточков каждого вида, каждого оттеночка. Это я, как вам говорила, так, у меня, наверное, вот это оттеняет сильно, сейчас верхнюю уберу, чтобы лучше было видно. Я вам говорила, что мы будем вязать с вами маечку еще одну, топ-майку такую летнюю, с круглой кокеткой, мастер-класс буду снимать. Но единственное, я сейчас пока не могу определиться, какой цвет мне взять. Либо малиновый, либо молочный. Очень мне нравится, конечно, вот этот яркий, насыщенный цвет. Летом будет, я думаю, здорово. Мне такой цвет идет. Возможно, с такого мы с вами свяжем. Тогда со второго цвета, ну, скорее всего, будет тоже какая-нибудь маечка, либо, может быть, типа футболки что-то. Пока вот насчет второго мастер-класса я думаю, но планирую, в принципе, два, наверное, еще мастер-класса. Я решила этим летом навязать себе таких маечек, топов разных, поскольку те года как-то было... Я себе вязала парочку, но уже износились они, и, в общем,
Нету пока у меня больше, да, такого ничего вязаного. Одну я уже связала, мастер-класс вы видели, и вот, скорее всего, еще два мастер-класса будет. Один точно, 100%. Начну сегодня уже пробовать я тестировать ее, вязать образцы, делать расчеты. Ну, как-то вот глазу ближе мне малиновый цвет, девчонки, не знаю, посмотрим. В общем, вот такая пряжа. Я с ней ни разу не работала. Как ни странно, да? Все девчонки уже поперевязали с нее по 100 раз. Я как-то не знаю, ну, не было возможности. И решила поэтому попробовать, поскольку летний топ либо майка подразумевается с полухлопка, выбирала, какой выбрать, но все-таки остановилась на этом, поскольку больше всего, конечно, положительных отзывов именно вот по этой пряже, сколько я смотрю. Значит, будем с нее вязать. Мне нравится, в принципе, толщина ниточки. Ну, и знаете, я не очень люблю мерсеризованный хлопок. Как-то вот, может быть, просто не привыкла, не знаю. Здесь он получается, наверное, не мерсеризованный, такой довольно приятный, похожий, знаете, по ощущениям на Alize Cotton Gold. Потактильно, если трогать. Я вот с Alize Cotton Gold вязала, просто, ну, петли по спицам летали, да. Надеюсь, что с этой пряжей у меня будет тот же эффект, будет мне довольно легко и комфортно с ней вязать. В общем, будем пробовать. Так, давайте сейчас я это все сдвину и достану следующую пряжу. Дальше, девочки, смотрим. Следующая пряжа Vita Sapphire. Два оттеночка я заказала по 3 моточка каждого. Давайте по характеристикам, потом все вам расскажу. Значит, здесь у нас 45 шерсть, 55 акрил, 100 граммах, 250 метров. Номер цвета 15-16. Это вот такой темно-серый цвет и беленький 15-01. Так, дальше спицы нам рекомендуют 3,5-4, крючок четверка. С этой пряжей я работала уже неоднократно, я ее люблю. В прошлом году я вязала своим деткам 2 зимних комплекта. То есть мы всю зиму их относили, и в принципе я осталась очень довольна. Классная пряжа, обалденная. В общем, я решила в этом году также зимние комплекты детям буду вязать с этой пряжи. Значит, вот 3 беленьких. Это получается у нас 300 грамм на комплект для доченьки будет идти. И, значит, 3 сереньких будут идти на комплект сыночку. Вот таким образом решила распределить, заказать. Так, что могу сказать? Вяжется она не очень, конечно, легко. Она довольно такая скользкая пряжа, но к ней нужно приноровиться. Пару раз свяжете, и я думаю, что как бы вы привыкнете, и она вам тоже будет нравиться. Она очень красиво ложится в полотно, то есть в петли. Узоры, вот косы какие-то, араны просто шикарно из нее смотрятся. И я знаю, что многие девочки вяжут с нее и какие-то джемперочки, кофточки, да, и мне кажется, тоже шикарно. Но я не пробовала никакие плечевые изделия с нее вязать, только аксессуары. Но думаю, что в дальнейшем обязательно попробую. Довольно такая хорошая здесь идет скруточка, то есть не расслаиваются ниточки. Единственное, что сам моточек такой немножко расхлябанный, да, и многие девчонки, я знаю, достают ниточку из центра и вяжут вот из центра. Я вязала, то есть не, ну, как обычным, да, способом, то есть сняла саму вот эту этикеточку и просто вязала. Конечно, он разматывался, моточек, но он не путался. Кстати, вот не было такого, чтобы он запутывался, я не могла потом все это дело распутать и вязать дальше. Как-то мне было комфортно. Ну, смотрите, можно достать из центра и вязать ниточку из центра. Я, по-моему, вязала в 2 нитки, если не ошибаюсь, комплект зимний. По-моему, сразу с 2 мотков.
Можно, кстати, брать из центра и вот сверху ниточку. Ну, здесь уже нужно вам приноровиться и спицы нужные подобрать. И, в общем, я думаю, вы тоже довольны останетесь этой пряжей. Значит, это будет у нас два комплекта, то есть шапочка со снудом. Я очень люблю снудики зимой деткам. Пробовала и шарфы, и бактусы, и все подряд. Не нравится мне, манишки тоже давят на шее. Снуд – это просто обалденный вариант. И закрыта шея, закрыта, получается, подбородок, и нос, если надо, в мороз. Здорово. По снудику у меня мастер-класс есть. Мастер-класс не буду снимать платочной вязкой. А по шапочкам обязательно будут мастер-классы. Новые виды шапочек разработаю и, в общем, выпущу два мастер-класса тоже ближе к сезонам. Так, значит, убираем эту пряжу, достаем следующую. Следующая пряжа, девочки, я очень давно хотела ее попробовать, но как-то все не решалось, поскольку она, ну, довольно недешевая, но сколько смотрела вот отзывов, да, всегда только одни положительные, девочки все в восторге. В общем, решилась я на этот раз попробовать ее и приобрела два моточка. Это норка. Норка Минк по германской технологии. Что здесь у нас? 48% пух норки, 52% козий пух. Номер цвета 47 моренго. В 50 граммах 350 метров. Так, очень мелко, девочки, сейчас посмотрю. Спицы 2,5. Ну, конечно же, она довольно тоненькая такая ниточка. Знаете, если честно, вот я состав читала, и я думала, что она, ну, просто, не знаю, как пух, невероятно мягкая. Ну, конечно, она очень мягкая, да, она абсолютно не колючая. Я уже всякое ее прикладывала тоже и к шее, и к запястью везде. Очень мягкая, просто обалденная по тактильным ощущениям пряжа. Но я думала, что она будет мягче. Но ничего страшного. Я думаю, что все равно изделие получится супер. В общем, что я с нее хочу вязать? Я ее взяла на носочки своим деткам-двойняшкам на зиму. Я думаю, что с таким составом, тоже сколько я отзывов смотрела, очень теплые получаются изделия. Поэтому я решила связать деткам вот такие носки. Скорее всего, так, девочки, сейчас, наверное, в две ниточки, вот так вот я смотрю, да, наверное, в две ниточки, как раз они получатся и не очень толстые, и чтобы в зимнюю обувь какую-то нормально они носились. Вот, значит, вот эти два моточка у меня пойдут на детские носочки. Есть у меня один интересный вариант. Давно уже я хотела такие носки связать. И, возможно, тоже будет мастер-класс. Пока не знаю. Посмотрим. Но, возможно, тоже мастер-класс такой выпущу. Значит, вот такие вот два моточка. Обалденной пряжи. Еще одна пряжа, девочки, которую я очень давно хотела тоже попробовать. Все на нее смотрела. Это Kid Mohair от Alize, Kid Royal. Здесь, значит, у нас номер цвета, наверное, вот 60. Kid Royal 50. Вот написано Kid Royal 50. Номер цвета 62. Он такой, знаете, тоже молочный, наверное, не белый, а больше молочный цвет. В 50 граммах 500 метров. 62% Kid Mohair, 38% полиамида, спицы от двойки до шестерки. Почему я заказала эту пряжу? Я как-то, ну, находилась в Ютубе, да, у себя на странице, там что-то просматривала. И в рекомендованных мне видео одно было. Девушка связала себе... Ой, как назвать-то его даже, не знаю, джемпер, не джемпер, в общем, кофточка, да, воздушная, обалденная, ажурная кофточка именно вот с Kid Mohair.
Как она мне понравилась, я была просто в шоке. Я сейчас, к сожалению, не вспомню, я себе в закладке добавила и забыла сейчас посмотреть. Не вспомню видео. Ну, в общем, меня это видео натолкнуло на покупку этой пряжи. Конечно, она очень тонюсенькая. Ну, не знаю, может быть, я ее, кстати, с чем-то вместе соединю, поженю, да, так скажем, и что-то такое свяжу. Ну, по ощущениям, конечно, она мягкая-мягкая. Она невероятно пушистая. Здесь такой вот прям довольно богатый. Так, не знаю, может быть, вот так вот вам видно будет на черном, да? Смотрите, какой пух. Вот единственное, я не знаю, он будет, нет, лезть. Так вот вроде, ну да, вот маленько, конечно, лезет. Ну, посмотрим, может быть, куда-то буду добавлять. В общем, хочу связать себе какой-нибудь джемпер такой. Пушистый, мягкий, воздушный. Заказала 5 моточков. Получается у меня что-то 250, да, грамм. Да. Я думаю, что на какой-то небольшой джемперок для меня на 42 размер хватит. Я вот посмотрела, она, по-моему, на 40 или на 42 размер у нее ушло как раз где-то вот это количество. Ну, в общем, посмотрим. Буду думать, буду пробовать. Конечно, сначала попробую связать образец. Она говорила, что образец потом сложновато распускать. Но все равно образец нужно вязать, поскольку ни разу не работала с этой пряжей. По-любому буду пробовать. Буду вам все во влогах девочки рассказывать. Кто влоги мои смотрит, там все образцы, все буду вам, конечно, показывать и рассказывать. Так, девочки, и последняя пряжа. Пехорка мериносовая. Вот из бюджетных пряж, да, я ее очень люблю. Довольно недорогая и классная. Номер цвета 02, чисто черный. В 100 граммах 200 метров, 50% мериносовая шерсть, 50% акрил. Так, номер спиц 4 рекомендовано. Ну вот не помню, на чем я ее вязала. Так, все вроде вам сказала по ней. Так, что я с нее планирую вязать? С нее я буду вязать 2 снудика. Один себе, второй старшей дочери. В том году я уже такие снуды вязала, дочь у меня носила, я носила, нам очень нравится. Небольшой снуд платочной вязкой, именно под верхнюю одежду носится, чтобы была область шеи закрыта и подбородок. Именно в платочной вязке вот эта пряжа обалденно просто себя проявляет. Невероятно мягкое, приятное по ощущениям тактильно получается полотно. Я пробовала снуды тоже. На заказ я, по-моему, вязала несколько из Lana Gold Classic. Они получаются, ну, пожестче, да. Именно вот с пехорки мериносовой они невероятно мягкие. Я с нее тоже вязала и на заказ деткам маленьким. Мамочки тут у нас в поселке заказывали. Тоже все остались, ну, просто очень довольны. Поэтому заказала 2 моточка на 2 снудика. Один себе, один старшей доченьке. Вот, вяжется очень легко, скрутка здесь хорошая идет, то есть, допустим, даже для начинающих вязальщиц такая пряжа отлично подойдет для вязания. И что еще, девочки, у меня? По пряже это все. Еще я заказала себе, я ее не распаковывала, линеечку давно хотела, номера спиц, да, узнавать. У меня частенько бывает такое, что я забываю, что это за номер спиц. В коробку складываю после того, как связаны. В упаковке не убираю. Ну, или времени нет, или что-то отвлекает меня. Потом думаю, что же это за спицы. В общем, давно хотела себе такую линеечку. Заказала еще линейку у них. Так, ну, наверное, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Девочки, надеюсь, это видео вам было полезным и понравилось. Напоминаю, не забывайте пользоваться промокодом внизу под видео. Спасибо всем, что меня послушали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Еще много всего интересного ждет нас впереди. Всем до новых встреч. Пока-пока.